центре у чужих вы не любите. Таких, как ты, видно. То есть, лучше быть начеку. Угу. Точно. Ну, иди. Брижит знает про встречу? Или ты один всю эту кашу заварил? Я же сказал, время придет, и Шифин с тобой поговорит. Кстати, давно хотел спросить, почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Ага, но ты мне не скажешь как. Ну что ж, ясно. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Придется тебе меня дослушать до конца. А чем конкретно ты торгуешь? Да ничем конкретно. Всем подряд. Времена тяжелые. Если можно заработать, надо зарабатывать. Продаю все, что ко мне попадает. Ну и что сегодня в меню? Увидишь, милый. Тебе понравится. Drive is still rewrite it's a miracle. The spiritual warfare. The system them don't care. The system you don't fear. So send them with don't scare. It's very clear. Знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим, невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Кто входил, выходил? Ну, они выбрались за едой один раз.
Мудаком быть самое то. Я тебя нашел. Свинца словил, паскуда! Внутри. Вижу. Проверяй камьюнет. Ладно. Thank you.
мониторе камера. Обойди. Она рабочая? Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животные починили. Thank you.
врагов или говноедов! Ару! Thank you.
Не бойся ты. Что там происходит? К тебе ломится радар. Я им займусь. Не отвлекайся. Долго я его не удержу. Он в одной силе с одной животных. Убери его. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти «они»? Дозор. Они ведут на нас охоту. Все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Что именно им нужно? Внутренние базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут всю Агве и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмоса. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нет. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил.
Он знает, что ты здесь. Найди его. Ты не можешь через сеть его сжечь. Он же подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Да. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Закомью над дверь. Я ее открою. Теперь иди на второй этаж. Кинотеатр. Чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь поговорить решил. Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Я сюда не болтать пришел. У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал, отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Убить меня хочешь? Не совсем. Просто предлагаю альтернативу. Не ставь на вудуистов все, что есть. Они им не самые честные партнеры по бизнесу. Они в Найт-Сити уже сколько? Лет 50? А мышление до сих пор племенное. Взять хотя бы ненависть к чужакам. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная вудуистка. Брижит и ее прихвостень Ти-Нептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. Брижит у вас? Как вы ее поймали? Мы знали, что вудуисты пошлют нетранеров, когда мы займем мол. Ти-Нептун прорвался первым, хотел все разведать. Когда его заморозили, Брижит нырнула следом. Пыталась использовать его как живой щит. Доставила проблем, но в итоге тоже попалась. Слышь, у тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверял. В системе чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. Так. Все окей, никаких следов. Сделай еще раз. И сравни с последним результатом. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Ага, а зачем вы собираете данные на нетранеров из Пасифики? Такая работа. Вам нужна Реза Агве. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если вудуисты пробьют черный заслон, плохо будет всем, так или иначе.
Что сейчас с Брижит и этим, как его, Нептуном? Сигнал идет. Видимо, вудуисты на своей стороне поддерживают в них жизнь. Но они вряд ли смогут делать это вечно. Это верно. В какой-то момент Брижит и Ти станут бесполезны для нас. Мы пытались зайти в сеть вудуистов через их интерфейс, но Брижит оказалась упорной. Она нанесла пару ударов нашей системе, пока мы ее обезвреживали. Применила против вас ваши методы? Что у вас с вудуистами? Знаешь, сколько атак из-за черного заслона мы отбили в прошлом году? Я должен угадать? Не знаешь. И никто в Найт-Сити не знает, кроме нас. И знать не хочет. Людям кажется, что это несокрушимая стена, универсальная защита, которая будет держаться до конца времен. А на самом деле, это старый мусорный мешок, который кое-как натянули на разбитое окно. Да еще и вудуисты постоянно протыкают в нем дырки. Ладно. Что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало, даже и не вспомнят. А ты просто меня отпустишь. С данными, конечно. Ну что, решай быстрее. Окей, давай. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуел. А, чуть не забыл. Наемник уходит. Не трогайте его, он теперь с нами. Надеюсь, обойдется без проблем. Удачи. Думаю, еще встретимся. В чем дело, Ви? Ты не в сети. Ничего не вижу. Брижит и тот второй, они вернулись? Кто тебе? Да, мама Би проснулась. Отлично, мне с ней надо поговорить. А что с дозором? Я разобрался. Мои люди ждут у входа. Мы отвезем тебя к Пласиду. Поехали. По плану. Задача была взломать агента, не помогать ему. Отвечай мне, Раньон! Со всеми так работаешь? Пытаешься подставить? Кулем Саль! Тебя купил дозорный пес? Что он сказал? Говори, или я тебя вскрою и посмотрю, какого червя тебе запустили в Андам. Угомонись, я не с дозором, я сам по себе. Мы просто договорились. Я сделал, что ты сказал, просто решил поберечь свои мозги и пожить еще немного. Чем ты недоволен? Пузырь степить. Думаешь, умнее дозорного пса? Он тебя нагнул и отымел во все дыры. А ты доволен. Асэ, надо уходить. Не знаю, что планирует дозор, но это еще не конец. Тебя беспокоят агенты? Так прострели ему башку. Мы не знаем, что в него заложили. Какой вирус у него в системе? Ты не знаешь, что там было в начале и сколько это стоит? Знаю. Я его сканировал. Обычный вшивый раньем. Али,
Менен мун ёнан кавуа. За мной. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про Бячи. Если он работает, мы хорошо заплатим. Вот почему ты со мной говоришь. Потому что у меня Бячи. А не потому, что я тебя вытащил. Был бы я просто раньон, вы бы меня уже давно убрали. Классит думал, ты обычный неудачник с улиц. Поэтому он тебя выбрал. Но ты знал о Чибе. И все равно рисковал жизнью в Гимме. Прямо как ты. Только я оттуда выбрался сам. Он поврежден. И поэтому я здесь. Пока я не нашел никого, кто мог бы вытащить его и не превратить мой мозг в сопли. Вы заказали его выкрасть. Значит, много о нем знаете. Должны знать. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Я не настолько отчаялся. Разве ты не надеешься на нас? Может, есть варианты, про которые я еще не знаю? Надеюсь, ты вернешься до того, как время выйдет.